Так, в этом уроке мы с вами, то есть я вам покажу, как работает быстрый поиск в 2009 версии. Предположим, вас интересует инструмент, так, название которого вы знаете, а вот найти в новой версии, так, в новой версии AutoCAD, ну, не получается вообще, так. Для того, чтобы осуществить быстрый поиск, нажмем на буковку А. И вот мы с этим полем будем сейчас работать. Допустим, нам нужно, скажем так, найти инструмент отрезок. Самый простой. Так, выбираю. И просто пишу. Сейчас. Видите, я как только начинаю писать, AutoCAD сразу уже вот эти два списочка заменяются на то, что, скажем так, он уже нашел. То есть, видите, по двум буквам от уже столько вот у них команд, инструментов есть. Пишу дальше. Видите, я могу уже дальше слово до конца не дописывать, и что я буду видеть? Вот, все, что он, скажем так, вот прямой, так, вот наш он отрезок нашел, и вот, скажем так, вот связанные результаты. То есть, понимаете, это связанными они могут быть из чего? Ну, то есть, как бы, близкие к этому значению. Вот, вот, и нажимаем отрезок, и мы сразу можем чертить отрезок. Дальше, допустим, еще можно найти следующее, ну, к примеру. Справка. Справка. Вот видите, но справа, вот справка. Вот, включаем, получаем сразу справку. То есть, вот этот поиск вообще очень удобный, очень удобный. Что еще? Видовой экран. Не нашел. Вид. Видовой куб нашел. Видите? А если вид? Вот видовые экраны, видите, нашли. Да. Вид и такой, и тут приближенные. Вот связанные. Вот по имени, параметры. Вот видовой экран, V-экран. Вот. Дальше, что еще тут вам показать? Как еще? Допустим, адаптация. То есть нам нужно адаптировать панель быстрого запуска, там, удалить или добавить некоторые инструменты. Пишем. Даже не адаптация. Ну да, адаптация. А, да. Вот видите, адаптация. Нажимаю. Еще раз допишу. А, смотрите, еще такой нюанс. Сия. Если у нас мы кликаем по пункту адаптация, так, вот подчеркнутому, так, он нам указывает в списке, в нашем меню, где этот пункт находится. Видите, сервис, адаптация, так. Вот, а если... Сейчас я еще все заново наберу. А если я кликаю по слову адаптация с тремя точечками, то мы попадаем открывается вот это вот действие. Ну, открывается этот инструмент, смотрите. Вот видите, наша адаптация интерфейса пользователя. Вот. В чем суть еще состоит. Давайте берем интерфейс. Интерфейс. Вот видите, набрали интерфейс. Три точечки означают, что, скажем так, при нажатии этого пункта, так, мы непосредственно попадем в
То есть мы его включим, так? А при нажатии, скажем так, пунктика с нижним подчеркиванием, так, AutoCAD нам покажет, где этот пункт вот в этом меню расположен. Так. Давайте еще единицы. И видите, должно постоянно, вот если я перемещаю, как бы вот поставил так тут курсор и опустил, то AutoCAD автоматически убирает курсор с этого поля. Для того, чтобы вводить сюда значение, нужно, чтобы курсор мышки постоянно был на этом поле. Так, единицы. Вот видите? Единицы. То есть, что означает? Что мы сейчас попадем на единицы чертежа. Вот. Давайте еще. Прямоугольник. Лучшее соответствие. Прямоугольник. И мы начинаем рисовать прямоугольник. Вот как происходит быстрый поиск в AutoCAD 2009 версия.